Месячных павлинят сегодня показали уральцам. Три птенца индийского павлина родились на Урале. Правда, сейчас пернатые малыши мало чем напоминают своих грациозных родителей. Сотрудники зоопарка сегодня впервые показали птенцов посетителям. Трое малышей появились на свет в начале августа. Родители – пара индийских павлинов Джана и Пава. Но их родительские обязанности закончились откладкой яиц. Затем вся ответственность легла на плечи орнитологов. Чтобы зародыши развивались в подходящем климате, яйца почти месяц находились в инкубаторе. После того, как пернатые вылупились, их переселили в брудер, аппарат для выращивания новорожденных птенцов, в котором поддерживается постоянная температура. Что касается пола, то говорить еще рано, до взросления самцы индийского павлина ничем не отличаются от самок. Пол пока мы определить не можем. Более или менее пол будет... Ну, можно будет понять, кем они являются по полу ближе к 6 месяцев, когда начнет проявляться окраска груди и шеи.